место на Евровидении и не опозорившая Россию в этом году в Хельсинки, группа «Серебро» сняла новое видео на душераздирающую песню «Дыши». Только у зрителей проновостей есть уникальная возможность увидеть этот шедевр. Кто бы мог подумать, что игривые кошечки в школьной форме, которые более полугода напевали нам песенку о девушках легкого поведения, вот с такой легкостью и с помощью работы гримеров и стилистов смогут так измениться. Группу «Серебро» просто не узнать. И только благодаря аранжировке, явно сделанной Максимом Фадеевым, его стиль чувствуется с третьей секунды, можно понять, кто сейчас запоет. Клип на песню «Дыши» снимался в Москве еще в начале лета, но из-за сложнейшей анимации был доведен до ума только в конце сентября. Любимая тема Фадеева проскальзывает не только в музыке, но и в видео. Млекопитающие и серость картинки. Фантазия Макса, воплотившаяся в реальности еще в клипах у Линды. Новый клип группы «Серебро» на песню «Дыши» скоро в эфире Муз-ТВ. Дыши.